Компания «Электромотор» представляет насосную станцию «Подрола» GSV-15 с 24-литровым гидроаккумулятором. Автоматическая насосная станция «Подрола» предназначена для водоснабжения коттеджей, загородных домов и дач. Идеально подходит для полива садов, газонов и огородов. Насосная станция состоит из самовсасывающего насоса «Подрола» GSV-15, гидроаккумулятора на 24 литра и комплекта автоматики. Корпус насоса из чугуна, снабжен всасывающими и нагнетательными патрубками с внутренней разбой 1 дюйм. Технические характеристики. Двигатель «Подрола» мощностью 1,1 кВт оснащен защитой от перегрузок. Система «Вентуры». Глубина всасывания до 9 метров изготовлена из технополимера. Максимальная производительность 80 литров за минуту. Высота подъема жидкости 55 метров. Температура перекачиваемой жидкости 40 градусов Цельсия. Ведущий вал из нержавеющей стали. Емкость гидроаккумулятора 24 литра. По вопросам приобретения насосных станций «Подрола» обращайтесь в компанию «Электромотор» по телефону 519 18 18.